you teleport me here, alright? I didn't want to come here. Welcome to Team Fortress 2. After 9 years in development, hopefully it will have been worth the wait. Thanks and have fun. 10 октября 2007 года вышла наша любимая Team Fortress 2. Игра живет уже 15 долгих лет. Это же больше, чем все фанаты Моргенштерна, Бравл Старс, ТикТока вместе взятые. И поэтому сегодня я и другие ютуберы расскажем вам всю историю TF2. Примечание. Мы сразу пропустим TF Classic, ведь юбилей сейчас не у нее. Начинаем. Это база. Начнем прямо со снов. В 1998 году Valve на E3 анонсирует вторую часть игры, которая должна была быть тактическим военным шутером, и ее разработка длилась аж до 2001 года, пока проект не свернули и не решили полностью переосмыслить концепт игры. И после этого TF2 стала игрой про борьбу между людьми и пришельцами, которая уже называлась не Team Fortress 2 Brotherhood of Arms, а Team Fortress 2 Invasion. Но проект опять свернули. И уже в 2004 году Valve приступили к разработке нашей Team Fortress 2. И эта самая ачивка, памятный год, и есть отсылка на начало разработки. 18 сентября Valve анонсирует в Steam открытую бету TF-ки для всех желающих, и через 2 дня, 20 сентября, бета открывается. И закрывается 8 октября того же года. Как и полагается бетке, там просто исправили баги для релиза. И вот наступает 10 октября. Проект увидел свет на персональных компьютерах и консолях Xbox 360, а еще погодя через месяц от основного релиза на PlayStation 3 в сборнике игр от Valve под названием The Orange Box. Релиз самостоятельной игры, а то есть вне сборника, произошел в 2008 году. Однако, кроме апдейтов с исправлением багов, недочетов и добавления мелких изменений, игра особо не изменилась. Поэтому я считаю, что необходимо рассмотреть самую важную часть игры – комьюнити. Хотя в первые дни она не представляла социальным слоем внутриигрового общества. На YouTube банально перезаливали трейлеры классов, игровых режимов и подобное. Самого большого сабреддита и в помине толком не было. Что уж говорить об СНГшной действительности с тамошними ВК и одноклассниками. Форумы даже на слуху не оставались, ибо о них еще мало кто мог говорить. Однако, несмотря на все это, нельзя не упомянуть о том, что все-таки в те времена уже существовали контент-мейкеры. А точнее, стоит вкратце указать, что по Team Fortress 2 начали уходить самые первые гайды от Evil Daedalus на шпиона, поджигателя и, к удивлению, целых 2 гайда на разведчика. Необходимо еще сказать о Team Rumba, который, возможно, оказался в некотором смысле предком Delphi, снимая троллинг в Team Fortress 2. Также он выпускает свой Mint Pyro за 5 лет до официальной SFM анимации. Невозможно пропустить и тот факт, что на его аватарке присутствует логотип сервера 2F2F, автор которого в будущем создаст самый анархичный сервер в Майнкрафте под названием 2B2T. Не отходя от темы первых, нужно показать самое первое геймплейное видео по Team Fortress 2. Тем же временем, не отходя от кассы, Kitty0706 уже снимал летсплей, а также свой путь начинал Джудольф. Из интересного, 2008 год начался первым и последним обновлением для PS3 версии игры. Да, печалька. А впрочем, 29 апреля выходит первый крупный апдейт, который стал отправной точкой хайпа игры.
В игру завезли новый режим и первое оружие с инвентарем, а на ютубе наконец-то появляются хотя бы обычные геймплеи и всякие гайды. Но это еще не все. 19 июня происходит сразу два события. Выходит Pyro Update и открывается главный сабреддит по TF2. А 19 августа выходит Heavy Update, в котором был ныне покойный режим арены. Также стоит опять вспомнить Evil Daedalus, который выпустил удивительный видос с экспериментами физики ТФки. Или Архибес, который создал первую задокументированную пластиковую фигурку с инженером. Кто бы мог подумать, что в будущем этот чел сделает вот это вот. Ну или группа парней, которые тупо по приколу сняли свою лайф-экшн пародию на TF2 и тем самым дали толчок для других контент-мейкеров. Можно сразу перечислить такие шедевры, как TF2 против Overwatch'а, Team Snow Fortress, полностью переснято где-то в подвале Meet the Spy, Nerf Team Fortress Sentry Sabotage. Ну или из свежих, вот шедевр от парочки школяров. Также вышла первая фан-игра Ген Гэрисон, а некоторые додумались из раз персонажей и звуков делать полноценные треки и ремиксы. Также в этом году стартует и моддинг, но что-то прям интересного не было. Максимум перекраска оружия, рофл-карты, граффити и легендарная карта Mario Kart. Или же начало гмод-анимации. SFM тогда еще не было в открытом доступе. Он появился тогда только в 2012. А ведь в наше время Team Fortress 2, Source Filmmaker и Garry's Mod уже являются синонимами. А еще именно в этом году и обнаружили баг про спайкрабов. Чувствуешь? Что? 2009, сынок! Время гигантских перемен для Team Fortress 2. В 2009 году Valve поняли, что народу нравятся крупные обновления. Вместо трех крупных апдейтов 2008 года, Valve в 2009 году сделала 5 обновлений, 3 из которых до сих пор помнятся. Кроме апдейтов, Valve также решила сделать эксперименты, создав закрытую бету для Team Fortress 2, которая была доступна только Cybersportsmen'ам. Где футажи беты, Лебовски, а? Где ее футажи? Их нет, она ж была закрытой. Ай, ладно, есть футажи. Только они в дерьмовом качестве для нашего времени. 4:3 и 480p. Давайте я быстренько пробегусь о том, что было в этой бете. Добавили две версии убер-пилы. У одной был штраф к наносимому урону в виде 25%, а у второй пилы владелец терял 25 здоровья за каждое попадание. Ну и насколько мы знаем, они обе не были добавлены в игру. Кровопийца также был подвержен изменению. У него было 3 версии. Изначально, когда добавили кровопийцу в игру, у него было другое отрицательное свойство. Вместо минус 2 единицы здоровья в секунду у носителя, у кровопийцы отсутствовали случайные криты. И разработчики решили поиграться с этим отрицательным свойством. Во всех 3 версиях добавили случайные криты, но добавили другое отрицательное свойство. В первой версии максимальный уровень здоровья минус 25 единиц. Во второй версии урон был уменьшен на 25%. Ну а в третьей, минус 2 единицы здоровья в секунду у носителя. Ну и мы понимаем, что третью версию добавили в игру. Ну что я говорю все об изменениях уже существующего оружия. Давайте перейдем к самой лучшей части этой беты. Новое оружие. К примеру, возьмем ключ ЧБК на инженера, который в 150% быстрее возводил новую постройку. Но он не мог улучшать постройки. Были еще горящие рукавицы ускорения. Что вам не нравится? Да, это оружие сейчас есть в игре, но получается, что это единственное оружие, которое смогло выбраться из беты в оригинальный релиз. Была медпушка, у которой оверхилл не убывал, но скорость лечения у него была минус 50%. Последнее — это огнезащитный костюм. Это предмет, который давал сопротивление урону от огня 90%, а вторая вариация давала такое свойство, как носителя невозможно поджечь. Минус этого костюма был в том, что шпион не мог стрелять из револьвера. Также 2009 запомнился обновлением снайпер против шпиона. Изначально это было обычное обновление для снайпера, где добавляли новые шмотки в виде щита, хансмана и нового режима Payload Race. Но вдруг на 4-й день обновления снайпера это обновление перерастает во вражду между шпионом и снайпером, добавив дедрингер для шпиона, плащ и кинжал и амбассадор. А самое главное, вышел Meet the Spy. Но у Meet the Spy есть одна интересная предыстория. За несколько дней до официального релиза Valve решили загрузить на YouTube Meet the Spy
предварительно поставив ограниченный доступ, чтобы в дату релиза снять его. Но в то время на YouTube присутствовал баг, который позволял владельцам iOS-девайсов просматривать закрытые видео. В результате произошла утечка Midza Spy на 2 дня вперед. 21 июля выходит последний апдейт для Xbox 360, который состоит из 4 строчек. Получается, что версия Team Fortress 2 на Xbox 360 уже 13 лет без апдейта. Но третья плойка — рекордсмен. 14 лет нет ни одного обновления. Также несколько блогеров по TF2 в этом году появилось. Был небольшой инцидент с картой Viaduct и протест сообщества в отношении к этой карте и Valve. Valve назвали эту карту первой картой со снегом, созданной в TF2. Ну и понятное дело, что это было не так. Также летом добавили аватарки из Team Fortress 2 в Steam. Сделали самое первое хэллоуиновское обновление в TF2. В это время они сделали скидку на игру и продавали ее за $2.49. В то время 75 рублей. В ноябре вышла легендарнейшая коллаборация с Left 4 Dead 2, когда добавили шапку Билла. И вышло отличное обновление Война, в котором подрывники уничтожали солдат и наоборот, ради того, чтобы получить одно новое оружие для их любимого класса. Для этого обновления выходит комикс, в котором первый раз за всю историю игры появляется Мисс Полин. Вообще, 2009 год заложил начало комиксам TF2. И вот так как-то очень-очень-очень кратко я вам рассказал прямо сейчас о том, что было в TF2 в 2009 году. Так что у меня предложение. Давайте перейдем к следующему году, только без меня. 2010 год начался с первого обновления сообщества. Данный апдейт еще сильнее закрепил стереотип о том, что Team Fortress 2 — это один большой симулятор шапок. Игра также начала обретать популярность в странах СНГ. Вот тут Твики нашел пост ВКонтакте аж за ноябрь 2010 года, причем эта группа живет до сих пор. К слову о ноябре. 22 ноября Telltale Games выпустили Poker Night at the Inventory. Помянем. Также на Ютубе появились такие персонажи, как Lazy Purple, Fat Magic и Delphi, да. Также начал получать популярность самый лучший игрок в TF2. Банни, B4, не, как его читать правильно. А также Доктор Лелф, Стар, The Fuck Cat Prod, Crazy Halo. А, ну еще та самая анимация про шпиона и пира. У меня тут в сценарии написано, что это странная анимация, но я с этим категорически не согласен. Это отличная анимация, тем более для тех-то годов. Ну и закончить хотелось бы тем, что именно в этом году появилась официальная Team Fortress 2 Вики и ее YouTube-канал. Кстати, а вы знали, что Ваномас сделал обзор на Team Fortress 2? А? Team Fortress 2. Много где говорят об этой игрушке. Вот меню у нее, как у Half-Life 2. Один в один. Ну, сделано на движке Half-Life 2. Но меню могли бы, честно говоря, сделать и нормальное. Неожиданно. 29 апреля Valve просто так выпускает 119 обновление. Многие даже не поняли, в чем его смысл, помимо простого фикса багов. Но прикол всего один. Дело в том, что 29 апреля — это 119 день в году. Дальше, 20 мая, выходит второе обновление сообщества, которое добавило функции кровотечения и опять закрепило стереотип о симуляторе шапок. А 10 июня игра официально выходит на Mac. Valve в честь этого выпустила комикс и трейлер. Ну а также многие игроки тупо приходили домой к своим друзьям, у которых есть Mac, чтобы на халяву получить эти гребаные наушники. Также нам завезли обучение, чтобы игроки хотя бы после 3 лет игры поняли вообще, о чем игра. Ну а дальше 8 июля. Выходит Engineer Update, который, что удивительно, вообще не принес никаких шапок. Только оружие на инжа, карты и комикс, ставший лором игры. Да, до этого лор как бы был, но его особо не развивали. Но тут стоит остановиться и затронуть золотой гаечный ключ. Он был добавлен 1 июля, и у игроков была всего одна неделя на его крафт. Потому что после выхода Engineer Update его было уже не получить. Всего таких ключей было 100 штук, но 15 ключей пожертвовали на аукцион Child's Play, который работает с детскими больницами. Минус еще 4 ключа, которые были просто так уничтожены своими владельцами. Минус еще один, так как аккаунт владельца был взломан. Минус еще один, так как владелец словил вагбан. Минус еще один, так как владелец пожертвовал его на помощь пострадавшим в Японии после цунами 2011 года. Помянем. И плюс еще один ключ игроку Евулькнар, потому что он выиграл его в аукционе Child's Play.
И в итоге, на данный момент, в мире существует всего 79 ключей. Один из них есть у Дефли. Ну а дальше выходит апдейт, который навсегда изменил игровую индустрию и начал культ поклонения скинчикам в играх. Обновление Манканомика, которое скорее изменил сам Steam, а не игру. Теперь шапки, оружие и прочее говно можно просто купить. Если бы не TF2, вы бы сейчас не фапали на свой азимов в школьничке. Это обновление начало не просто новую эру TF2, но и игрового рынка вообще. А еще там комикс в честь этого завезли. Ну а дальше идет 27 октября и первый Scream Fortress, который был чертовски крут. Дополнение к лору, новые предметы для ковки, босс, который рандомно мог появляться посреди боя, причем его даже не обязательно убивать, а даже наоборот в правильных руках использовать в пользу своей команде. Определенно хайп поднялся немалый. Ну и с последнего, что произошло в том году, это открытие закрытой беты TF2. Для всех желающих, кто хочет протестировать новые штуки 2 октября, начало невероятной охоты за сокровищами в Steam, где победители получали не только 100 игр на выбор, но и шляпу добычи, шляпу сокровищ и шляпу несметного богатства и уважения. Из-за этого родился, кстати, Димапан. Ну и первое австралийское Рождество с 17 декабря, которое принесла The Groot Keep. Интересно же, сколько Димапанов было тогда на этой карте. 11 год стартует с маленького обновления карт сообщества, где добавили Cost Lakeside, PL Frontier и PLR Nightfall, а также стали доступны покупки марки для поддержки создателей карт. Но раз есть марки, значит есть и шапка к ним. А также стартуют и первые турниры по игре, начали их проводить GXL, а из сообщества можно вспомнить пародию на трейлер про Бэтмена, только с Димаманом, а True One More User. Также на YouTube пришли они, мечта всех спаймейнов Мистер Паладин и легенда TF2, Джерма 985, и конечно же The Great Saint. Также бывали моменты, когда Valve добавляли оружие и шмотки просто так, как например 10 марта просто добавили набор Сёгун на демо и солдата, а 14 апреля Valve удивили игроков, выпустив бесшляпочное обновление, и все таки чё, шутки про симулятор шапок больше не актуальны? Но не совсем. 5 мая выходит обновление записи, где хоть и были добавлены новые шапки, но завезли комикс, и SFM стал неотъемлемой частью TF2, и по сей день, каждый год, аниматоры страдают в SFM, чтобы получить свой заветный сакси. Также добавили насмешки. А еще в один день против игроков сразился сам Робин Уолкер, создатель игры. Ну а как бы это его игра, а значит он имеет полное право выдать себе имбовый ракетомет, убивающий всех с одного выстрела. Итак, с 23 июня по 15 декабря в 2011 году вышло всего 4 обновления. Uber Update, сделавший Team Fortress 2 бесплатным. Юбилейный апдейт, давший нам бесполезные шапки от сообщества. Ну и стандартное обновление Scream Fortress и Smithmas Update. Ну и конечно же вышел комикс в честь доктора Грорда Барта. Так вот, ни одно подобное видео не держит такого количества юмора. Но я совершенно уверен, что это видео... Нихуя себе! Синон, ты можешь сказать своим опытным 3000 ПТС мнением о ГВГ, ЕТФ2Л и ЮГЦ? По-русски! Я лично считаю, что вот эти дурачки, которые сидят на ЕТФ2Л, на прочих помойных подобного рода лиг, да, это какие-то, долбоёбы, они, как бы, так сказать, отсасывают. Их родители отсасывали, и они, как говорится, знаешь, яблоко от яблони, оно далеко не падает, они сидят дрочат на дивы, а нормальные пацаны-то они не дрочат, а, так сказать, гонятся за высоким ПТС на МГЕ, это как бы тут тебе не... Это тут нужно скилл иметь определенный, а тут уж, просто можно по инерции вывозить, короче. Обновление, нормальные карты, которые, наверное, выходили, и, возможно, до этого были еще какие-то там обновления. Наверное, в этом году был free-to-play, но я, честно, не помню, когда он появился, но неважно. Короче, хороший, можно сказать, год для TF2 и для его, можно сказать, начало там творчества и SFM анимации, гмода и прочего, можно сказать, интересных вещей к этому году. На этом все. Овации. Просто хорош, лучше. Молодец. Николая II, как Турбочикса поставишь, блядь. Итак, второе австралийское Рождество, эльфы-скауты скачут, пиранавты летают, а безумные инжи, как всегда, безумны. В это время появились наши любимые варежки на Хевика, сосулька на шпиона и великолепные, прекрасные праздничные пушки —
Правда, последняя вещь в виде карты Foundry вообще никак не вписывалась в новогодний антураж. Но два комикса были отличной вишенкой на торте. Чуть позднее вышел тот самый дорогой подарок для дорогого человека, если вы знаете, о чем я. Но, к сожалению, год закончился не так радужно. В ноябре 2011 года умер актер озвучки снайпера в русской версии игры Марк Шалымович Гейхман. В 2012 году Valve заметили шутку про файлы локализации, и поэтому 15 марта, казалось бы, выкатили обычный апдейт с фиксом багов. Но все внимание привлек вот этот QR-код с надписью «Обновлены файлы локализации». После такой шутки крупные апдейты были редкостью, так как Valve тратили все свои ресурсы на разработку других игр. Но чтобы TF конец не погасло, Valve придумали для игроков целое ARG, чтобы игроки были хоть чем-то заняты, пока они делают новую игру. После решения всех загадок в ARG, игроки получали шляпу Шерлока Холмса. Но потом, 27 июня, Valve все же выделяет людей на создание первого апдейта. И игроки в целом остались довольны, как обычно, новые шапки, оружие и карты. Но абсолютно всех позабавило, что они по сути вернули немецкую цензуру в игру в виде очков перезрения, так как в Германии из-за своего прошлого цензурят абсолютно все насилие в играх и фильмах. Видимо, чтобы случайно не появился новый австрийский художник. Ну а в комьюнити в этом году пришел 13-летний Pi Animation, начав серию анимаций Meet the Amazing. На самом деле он был на ютубе еще с 2010 года, но тогда у него был другой канал под названием Exploding Pilot. Kitty 0706, царство ему небесное, выпускает легендарный Team Fabulous 2. Также можно упомянуть создание самого большого паблика по ТФке в ВК. Скриншот группы за 6 октября. А из новых контент-мейкеров на YouTube пришли V1KM4N. Но сами ролики выходить будут чуть позже. Писмейкер. У него та же история. Коста Мойнен, который сразу дебютировал своим SFM про пенис Капкейн Солдата. И в этом же году он выпустил самую популярную SFM анимацию The First Wave. Также пришел аниматор Эльторо64Рус. Да, обозреватель модов и вещей с воркшопа Карма Шаргер, Гайдер Array 7, а уже известный Италия Ниндзя становится SFM аниматором. Ну еще будущий обладатель золотой сковородки CJA, еще один гмот-аниматор Dwed Grey Cartoon Pony и SFM-аниматор Recursive Sweet Pants, ну и просто аниматор Гонзосму, выпускает свою кровавую анимацию Team Fortress 2 Fail. И на YouTube приходит сеньор Пела с анимациями. Ставь сюда его TF2, как он есть. Бебра. Также перед крупным обновлением вышел маленький набор Триады от сообщества, как реклама игры Sleeping Dogs. А уже 15 августа Valve выпускает один из самых лучших апдейтов в игре – Man против машин. Тогда хайп у игры поднялся еще сильнее. Ведь в отличие от прошлых апдейтов, где добавляли новые режимы PvP, тут у нас PvE. Шапки на этот раз были не особо оригинальны, разве что Архимед. Вышли два новых комикса, которые полностью связаны между собой. Для некоторых MVM-билеты стали полноценной валютой в трейдинге, помимо металла и ключей. Ну а если в итоге, игроки не зря так долго ждали. Потом Valve перед новым апдейтом делает еще одно небольшое обновление от сообщества, где, видимо, решили ликвидировать проблему с новыми шапками с MVM, добавив обычные. И 26 октября стартует очередной Scream Fortress, который, наверное, можно считать последним из лучших. Новый комикс, последний существующий в игре босс Маразмус, возможность превратить свой класс в зомби, ну и шапки. Год закончился на меха-апдейте, и это можно считать как за шмадиство, ведь его не было в том году. Как обычно, шапки, праздничное оружие и обновления для МВМ с комиксом в придачу. Следующий крупный апдейт вышел 17 мая, и стоило ли это своих ожиданий? Не думаю. Обновление Robotic Boogaloo можно считать лишь огрызком самого первого обновления Man против машин. Ничего, кроме уже существующих шапок и оружия с текстуркой железа и одного комикса, не добавили. Если хотя бы во время разработки CS Valve дали игрокам в TF интересное ARG, то пока они делали Dota 2, игрокам в TF пришлось получить это. Хотя бы Telltale Games порадовали нас своим Poker Night 2.
А вот в комьюнити все стало намного лучше. Появился Winglet со своей серией SFM короткометражек про приключения красного шпиона, скаута и солдата. Также можно вспомнить анимации Midzi X Solo и Office Fortress. Nisselt выпускает свой самый популярный ролик TF2 How To Compilation. Также создается сайт и YouTube канал Team Fortress TV, который хранит записи всех киберспортивных турниров. Еще на YouTube пришла мечта всех солдмейнеров Musilk. А еще было сражение Star против Джермы. Потом на YouTube пришел один из ветеранов ТФ-ки, KillTV, который сейчас каждый раз создает новый канал на YouTube. Midi Excalibur 2012 приходит на YouTube как SFM и гемот-аниматор. Еще один популярный спаймейн Mr. Swipes. Главный держатель в курсе всех новостей Valve Тайлер Маквикер. И наконец Italian Ninja выпускает свой самый популярный SFM ремейк Midi Amazing Scout. Ну и последние, кто пришли, стали AR, Casper и Funky. А также стоит напомнить, что сериал по TF2 должен был выходить на Adult Swim. Но Valve не смогли договориться с каналом, так как Adult Swim хотел сериал по 10-минутной серии каждой, а Valve хотели делать полноценные эпизоды по 24 минуты. 13 июня Valve выпускает еще одно обновление от сообщества. А 9 июля прозвенел первый звоночек, так как вышла Dota 2. Это сильно ударило по популярности TF2. Но игра ее комьюнити еще держалась. 28 августа ничего кроме комикса и багфиксов не вышло, что для всех игроков показалось слегка странным. Может это связано с недавно добавленными скинами в CSGO? Кто знает. Кстати, к слову, это уже был второй звоночек. 13-й год можно назвать переломным в жизни TF2, так как некоторые ушли в Доту, а другие в CS из-за скинов. Но это еще начало. 10 октября снова выходит обновление от сообщества. А вот 29 октября стартует Scream Fortress. Однако он не выдался таким крутым, как раньше. Всего одна карта, и то это улучшенный Хайтавер. Комикс, который ставит точку в арке про войну между Редмондом и Бутерхом. Ну и шапки. Конечно же, куда же без них. А вот 21 ноября Valve порадовала игроков. В тот день вышло обновление МВМ с новыми картами и оружием из Австралии. Ну и, конечно, золотой сковородкой, за которой охотятся и по сей день. Wait, I got it! I got it! We're playing! Oh my fucking god! 4 декабря выходит новый комикс. Аж Рождество было просто, ну... блин. 2014 год был очень слабым с точки зрения обновлений. Вышли два комикса посреди затишья. Первый из которых всем запомнился сестрой Хэви Жанны и ее сверхбыстрыми отношениями с солдатом. Второй же тупо пересказывал события прошлых комиксов. Затем 18 июня вышел уже нормальный такой апдейт. Новое оружие, шапки, насмешки, короткометражка. К сожалению, без новых карт. Спустя месяц открываются бета-карты Манко, где можно было протестировать карты до того, как их добавят официально. В 2014 году можно было протестировать такие карты, как RD Астероид и PL Cactus Canyon. Про Cactus Canyon лучше рассказывать поподробнее, так как эта карта пережила много. То удаляли, то добавляли новые комнаты, то потом кардинально меняли целые этапы. Также тут использовали уникальную механику с амбаром. Вы завозили в гараж одну бомбу, а потом открывается амбар и вы тащите уже другую бомбу. Так же, как на Banana Bay, в конце надо взорвать бомбу об поезд. Во время шмождества добавили CTF Foundry и CTF Gorge. А в комьюнити приходит Доктор Дзе на YouTube как SFM-аниматор. Появляется Peacemaker, миксуя свой контент помимо ТФ-ки с Payday'ем. Появляются Блю, Воробей, король всех инженеров Uncle Dane, первый пока что единственная ютуберша по ТФ Sky Meme Slash, Эльтор выпускает свою самую популярную гмот-анимацию Gravity Fails, Вебмюб начал делать свой контент для ТФ-ки, Нейт Фокс обучает людей руки джампу, The Great Saint выпускает свой топ-5 самых нечестных вещей в ТФ-2, на спай-сцене появляется Стери Кроу, Ray 7 выпускает топ-10 худших оружий в игре, также на YouTube пришел Спайки Майки и начал обучать игроков трейду задолго до в трейде. Минозит стартует свой путь ТФ-гайдом на медика. Герман Питер пришел на ТФ-2 контент с мемами про Джерму. Салтифиш стал SFM-аниматором и начал серию анимации Attempt of Escape. Еще надо вспомнить тот самый эфир новостей про Россия-1, когда они сделали фейк-видео, где отец извесил комнату своего сына постерами с гей-артами шпиона и снайпера, чтобы показать, какие все плохие на Западе. Эрозия нравов, порожденная за океаном, размывание института брака, Европа безропотно берет примеру США.
Неужели так должна выглядеть детская? Oh my God! Страшный совершенно процесс. Выпуск SFM We Like to Party, у которого уже перевалило за лям лайков. Также где-то в этом году стал популярный мем. Ой, простите. Мем. Crazy Hell выпускает свой SFM ремейк Meet the Amazing Medic, больше известный за свой коллаб Ray Fortress. Ну и последний, кто пришел, это Fortress Films и JT Music, выпускающий свой TF2 рэп Meet the Crew. Передаю слово Джасмеду и всем своим старым знакомым большой-большой привет. Итак, на дворе 2014 год. Карнаж Ап. 2 октября выходит говняный комикс. 29 же октября выходит новый Крим Фортерс. Честно, апдейт хуйня полная, как и комьюнити этой игры, ну да ладно. В апдейте из нового только шапки, да улучшенная вариация уже существующей карты, и ее дадите манго к событию. К слову, если ты читал это, то ответь, почему из твоего рта воняет письками? А потом, видимо, Valve уже надоело срать в рот этим товарищам, и они такие, почему бы нам просто не дать деньги от этих долбоебов, пускай делают апдейт сами. Хорошая идея, нашим фанатам не помешает строя мочи в лицо. Вот так 8 декабря вышел End of the Line, первый крупный апдейт от китайских детей из подвала. Но все же должен отметить, короткометражка неплохая. Хорошо, кстати, что не завезли всякого эмбалатного говна по оружиям. Еще многие из-за этого названия апдейта думали, что это конец самой ТФ-ки, жалко, что не так. Ну и под конец года заебошили Новый год. А как мы знаем, единственный хороший Новый год — это 2013-й. Ведь туда завезли лучшую шапку на снайпера, правда дорогую. В общем, какова мораль? Режьте чурок, жгите евреев, потрошите свидетелей хэви-апдейта. Увидеть менее провокационный контент вы можете у меня на канале. Свидимся. Начиная с 2015 года, Valve решает превратить TF2 в аналог CSGO и выпускает апдейт со скинами, которые, мягко сказать, сосут. У TF2 на тот момент уже были и спелы, и головы роботов, и гирлянды, и именные ярлыки, да и просто огромный ассортимент оружия на любой вкус. Ну и комикс. А вот бета-карты манку порадовали. Туда завезли City of Thunder Mountain и Pass Waterhouse. И закончился бета-тест режима Superman, но правда удалили City of Foundry. А вот сообщество год встретило печально. 25 января сообщается, что Kitten0706 умер после 2 лет борьбы с лейкемией. Спи спокойно, Коулин. В будущем у тебя появится большое наследие. И да, Архдорнан, я надеюсь, тебе все еще стыдно за те слова. Ну а из хорошего, The Windjolt начал спин-офф про пиры в космосе, а помимо него вышли и другие крутые SFM-ы, такие как Turbulence... Man vs. Head, Spark of Life, Russian Time, It's Russian Time. Mancoman, It's Playtime и Pyro Knights at Freddy's. Ваму, Туффи, Кинг Раджа, Сириус Мартин, Шорк, Джаст Страйдер, Пайро Джой, Тревенгель, Мариманчик и Стик Мэйшнс пришли на Ютуб. А также Банни провел стрим, где один на один сражался против Мюзилка. Joystream, который тогда еще назывался TF2 How to Craft, громко врывается в TF2 контент, выпустив видео с крафтом Unusual Gibbous. И, естественно, все это был рофл, чтобы затроллить Шкилу. Team Fortress TV провели турнир, где киберспортсмены сражались против западных TF2 ютуберов. Мистер Паладин выпускает видос, где он сражается против читера. Найт Фокс, видимо вспомнивший тот старый мем со спреем «Между прочим, я шпион», решает модернизировать и улучшить это, создав новые виды подобных спреев. Доктор Лалва выпускает свой гайд на инженера. CJ где-то тем временем апает золотую сковородку. Фанки выпускает ролик с интересным эксплойтом, когда сам класс одного цвета, а его косметики противоположного, в нашем случае синий шпион с красной курткой. Джерма выпускает видос, где затронул проблему новых ящиков со скинами и почему они сосут. Эзиомут в день памяти Kitty0706 выпускает вторую часть TF2 Air. Альбина Блэкшип выпускает анимацию Spy and Sentry, Pyro Spider выпускает Medical Madnesses и QTC3 делает свои TF2 анимации. А также на YouTube приходит еще один гемот-аниматор HubiTube. 31 августа выходит очередной комикс, который завершает арку борьбы с Грейманом и начинает арку борьбы Team Fortress 2 против Team Fortress Classic. Да... И это, в принципе, все, что вам нужно знать об этом комиксе, поэтому сразу переходим к обновлениям.
6 октября выходит второй и последний крупный апдейт от сообщества, который всем запомнился новым режимом истребления, крутым трейлером и просто нереально офигенными рескинами на оружие. Представьте, как обидно было разработчикам обновления Iron Gauntlet, все так же от сообщества, который был посвящен МВМ. Новые карты с новыми механиками, куча оружия, которые на этот раз не были просто рискинами уже существующих просто с текстуркой железа. И тут Valve их обламывает со словами, что апдейтов от сообщества больше не будет. Ведь это же невыгодно платить комьюнити за работу, которую должны делать сами разработчики. Ну и год, пожалуй, можно закончить на ежегодном Screen Fortress, который уже давно потерял свою изюминку с боссами, уникальными картами, которые не были так просты. Просто шапки, да и комиксы с горгулей. Все. Обновление тяжелый отпуск было простым, шапки, насмешки, да и карты. Ах да, кстати, в этом году шмальдиства не было. Вот на такой печальной ноте закончился 15-й год, надеюсь, следующий будет лучше. Мда, и этот год не был столь хорош. Valve решает в последний раз превратить TF2 в CSGO и выпускает Meet Your Match. Никаких новых оружий, только шапки с картами и танцем казачка, у которого аж 10 миллионов просмотров на официальном YouTube канале TF2. Ну и комикс, который дал игрокам выбор, кому посвятить следующий апдейт, Pyra или Heavy. Естественно, победил Pyra, что является отличным доказательством того, что в TF2 очень много фури. Ну, можешь вставлять, можешь не вставлять, но типа это юмор, шутка, шутеечка. Игрокам попросту не нужен был соревновательный режим. Для всех ТФ-ка была местом отдыха на вечерок другой, а не игра, где надо тратить сотни часов на тренировки, чтобы зарабатывать медальки. Да и Competitive вышел просто очень поздно. Спустя 9 лет существования игры, когда в CS и Dota он был чуть ли не с самого начала. Еще и свежий Overwatch с Paladins дышали в затылок. Помимо ужасного Meet Your Match, Valve закрывает бета-карты Манко, поэтому лучше рассказать, что там у комьюнити. Pymention спустя 5 лет завершает свой сериал Meet The Amazing Team, также анонсирует еще два новых проекта от сообщества, The Mayan Project и Frontline, которых так и не добавили. The Winglet выпускает Town Fortress и Burning Throne Spans. Также можно вспомнить номинанта на Саксе анимацию Medic Sandwich Store. Доктор Z становится TF2 ютубером, а Delphi выпускает свой самый популярный эксплойт на уменьшение персонажа в игре. Еще один SFM аниматор, Das MXD приходит на YouTube, а помимо него пришли Monkey, Octo, Medic Hill, Gada, Kanaki Games, Spy 360 Ведро, Doomsday.exe, Peter Scraps, Hamajineo, Zesty Jesus и дружелюбный SoundSmith. И в этом же году Sound начинает делать свои стереотипы, а Uncle Dane выпускает ролик с рассуждением о туролях 2 и 3 уровня. Еще на YouTube приходит и сам актер озвучки скаута Nathan Waterlane. На самом деле, Nathan пришел на YouTube еще в 2008 году, но его канал назывался совсем по-другому. Джудольф выпускает свою нарезку по TF2, и она почему-то набирает 5 миллионов просмотров. А еще Позитифон начал делать осплей по TF-ке, но об этом неприятно вспоминать. А Хувитуб становится SFM-аниматором, но это еще не все. Выходит демо-версия TF2 Classic, но команда поссорилась, и ее часть уходит разрабатывать Open Fortress. А JT Music начинают свою серию рэп-баттлов TF2 vs Overwatch. Scream Fortress 16 года не блистал такой оригинальностью, как предыдущие, разве что теперь можно было кататься на машинках в любое время года, и режим истребления возродили. Мордиство вновь было скучным. Шапки, насмешки, да уже существующее оружие, но с гирляндами. Во второй раз год заканчивается на скучной ноте. И, к сожалению, так будут последующие. Но хотя бы сообщество радует нас контентом. И как же Valve отметила десятилетие второй своей успешной игры? Новый и на данный момент последний комикс, который завершает арку борьбы с ТФ-ка и начинает последнюю арку борьбы с администратором. Но продолжение этого комикса не вышло до сих пор. А 20 октября выходит последний крупный апдейт «Пламенные джунгли», который хотя бы оружие принес. Одним понравился апдейт, другим нет. Кто-то кричал, что пирс с джетпаком — это имба, а кто-то, что банан — это лучшая еда для хэви со времен добавления сэндвича. Кстати, ставь класс, если у тебя и по сей день не выполнены все контракты. Ой, как я заебался.
А для комьюнити ютубер Crossbear сделал ролик, где показал, как игра за 10 лет деградировала в деталях, что вызвало очень много вопросов к Valve. The Leaderboard выпускает новую серию своих 107 фактов из игр, и как вы поняли, ролик был по Team Fortress 2. Про что же еще? The Winglier выпускает The Art of Sky Checking, а также можно вспомнить национальный кубок Хайлендера, где участие принимали Россия и Украина. Кстати, украинцы смогли победить Ирландию, а вот США уже не смогли. А вот Россия смогла пройти чуть дальше, победив Венгрию и Норвегию. Но поиграли Дании и заработали четвертое место, проиграв Германии. ST Black ST выпускает свою самую популярную Gmod анимацию Very Unusual Troubles. Официальный канал Team Fortress 2 зачем-то выпускает трейлер игры 2006 года и тизер Engineer Update 2010 года. Так-так-дзе выпускает ролик про Two Fort, и это стоит упомянуть, так как Дзе единственный на русском ютубе, кто смог набрать миллион просмотров под своими роликами с Team Fortress 2 тематикой. Не стоу. Берет отдых на недельку и пропадает с YouTube на 2 года. Lazy Purple выпускает свой Nov It Feel, Bad Magic выпускает Bad Aim Bot. И я не знаю, почему оно набрало 3 ляма просмотров. Big Joy пришел на YouTube, король демонайтов Thornwhite также пришел. Музайлк выпускает последний ролик по Team Fortress 2 и уходит в Fortnite. Sino приходит на YouTube как Gmod аниматор. Еще пришел один из лучших мемных каналов по Team Fortress 2, Lauren T, тимовка с Юра Пауной, но про последнего я не уверен, так как он удалил свой канал. Фнафер Ник Оуэ становится Team Fortress 2 ютубером. Еще пришел в будущем времени спаситель Team Fortress Moonly Days, MR Swim Pass 1. Выпускает ролик с демонстрацией 2000 часов на шпионе. Еще один спаймен Xenogain пришел на YouTube. Ну и последние, кто пришли, это Barrelet, Extends RT Games, Fish Stick on a Stick и Deflix. А также появился уже наш гмод-аниматор Оля Касания. Ну а дальше идет самый худший скрим фортресс в истории ТФ2. Буквально ничего не добавили, только контракты, за выполнение которых вы получаете тыквы, из которых может выпасть любой предмет прошлых обновлений. Да-да. Даже на Вики по ТФ2 этот ивент не обозначен как крупный апдейт. Да-да. А вот Шмождество хоть вообще не поменялось. Но это куда лучше скрим фортресса. Да-да. Опять уже существующее оружие. Но с гирляндами, шапки, насмешки, скины. Да-да, вот на такой печальной ноте закончилось десятилетие игры, да-да-да-да. С этого момента крупных обновлений в TF2 больше нет, поэтому перед началом каждого последующего года мы по-быстрому будем затрагивать Scream Fortress и Шмождество. Новый Scream Fortress был куда лучше прошлого. Шапки, насмешки, 5 новых карт и скины с Анжиками, а на Шмождестве просто шапки. Ах да, как же я забыл, сет битсмока на Дэн. А теперь идем в комьюнити. Ну, во-первых, анонсируют модификацию Team Fortress 2008. Эта модификация возвращает Team Fortress 2 во времена 2008 года и распространяется в Steam как отдельная игра. Однако происходит слив исходного кода игры, который получил огласку только в 2020 году. И поэтому Valve временно блокирует модификацию Team Fortress 2008 до тех пор, пока разработчик XYK не докажет, что его мод работает на коде оригинальной ТФ-ки, а не слит. Но XYK не хотел договариваться с разработчиками, из-за этого аудитория его начала поносить. По итогу он окрестил всех голубоевыми и пидорасами и съебался во мрак. Его дальнейшая судьба неизвестна. Помимо этого, именно в 2018 году набирает популярность снимать ролики Why Random Crits is Bad. Также где-то в это же время Uncle Dan показывает свое лицо. Еще Potato.tf открывают свои сервера с кастомным MVM под названием Titanium Tank. Старик Кроу и Мистер Паладин поспорили, кто из них лучше спай. The Winglet выпускает ролик Overwatch VCT F2. На дуб приходит в трейде 333S, Fish Drop и Typhoon TV. Skymim Slash выпускает ролик с осуждением, почему Мерси полностью проигрывает медику. Примерно в это же время Сливович начинает делать переводы стереотипов Саундсмита. Но те ролики он удалил, и точно мы сказать не можем. А во что мы можем сказать, так это то, что на замену нам пришли переводы от Платонова, который еще назывался Degrowth Keep.
Аара выпускает видос, где рассказывал, почему стандартные FOV и HUD худшие в игре. Каспер выпускает видео о том, как получить все бесплатные шапки в игре. Namaji Neo популяризовал такой вид контента, как 10 этапов мейна, но весь прикол в том, что он сделал такие видео только про медика, снайпера, шпиона и TF2 контент-мейкера. Остальные ютуберы продолжили и сделали про другие классы и подклассы по типу Friendly, Demonite и Трейдера. А другие додумались перенести такой рубрики и на другие игры. Кто-то в Over, кто-то в Destiny, а кто-то вообще в GTA Online. Обязательно надо вспомнить, когда SoundSmith на пару со своими дружками зашли на трейд-сервер и заколебали админу своим приколом с дюпнутой лопатой. Что и по сей день туда заходят люди, чтобы сказать «куплю дюпнутую лопату». Hardgrey Cushion Pony выпускает свою самую популярную гмот-анимацию Pyro Paints, а Stigmation просто анимацию Spice Paint. HooVTube начал свой сериал MN, Fortress Films выпускает Spice Discuge, и под конец года Variant U из-за провала YouTube Review 2017 начинает делать свой TF2 Reviewed. No! Fortnite! Scream Fortress 2019 года в основном всем запомнился сетом Зека на Heavy и мемными очкасусами. Аж Мождество даже карт новых не принесла. Только шапки со скинами и анжиками. Из-за того, что апдейтов нормальных нет уже 2 года, игра начинает терять актив. Ну а что там в комьюнити? Ну, на YouTube вернулся скетчик, которого считали не просто мертвым как контент-мейкера, а как человека. Потом выход летнего кейса, казалось бы, смотрите, сет Джека Воробья на скаута или Рикардо Милос на солдата. Но именно это обновление стало ночным кошмаром всех трейдеров. Появился баг, который со 100% гарантией дал Unusual из кейсов. И Valve решили проблему очень просто. Самый первый анжик, который вы выбили, будет стоить своих денег. Но, естественно, несколько раз дешевле. А вот остальные анжики будут нетрейдабельны, и поэтому рынок быстро восстановился. Ну, хотя бы появился фан-сет смотрителя на шпиона. Relic выпускает Heavy is Dead. Винглет выпустил 2 эпизод F2 против Overwatch. Также на YouTube пришли Твики, Джину Мейк, Дрим и Сена. Гада выпускает фильм о русском сообществе TF2. Также проводился Мускулан 2019 года. Мускулан — это ежегодный турнир по TF2 в Москве. В результате всех игр в финал вышли 2 команды — B52 и Дриппи. Последние, кстати, победили со счетом 2-1. В результате в TF2 были введены модельки, приуроченные к Мускулану 2019 года. К сожалению, сейчас из-за неизвестных причин Мускулан не проводится уже как 3-й год. В это же время Moonly Days открывает Крейстор TF2 со своим самодельным шмождеством. О! Погнали! Scream Fortress был хорош, а шмождество было пропитано новогодним настроением настолько, что в TF был пиковый онлайн за всю ее историю. Но не будем только о хорошем. Как же можно забыть о наводнении ботов-читеров в казуале, из-за которых даже компетитив возродился? В какой-то степени. А теперь снова о хорошем. Pymations спустя 5 лет выпускает новую анимацию по TF – The Amazing Interrogation. DASMXD выпускает свою серию SFM-анимации If TF2 Was Realistic. А Lazy Purple после выхода How It Feels на демо ушел с YouTube на год. Не знаю, хорошо это было или нет, но факт есть факт. В этом же году на ютапчик пришли такие люди, как Jowett, Жайн, Доктор, Нектар, Спайкрэп, левый канал Вегаза, или Вегаза, если неправильно поставил ударение, простите, Клейтон, Стардэш, Волт, Мистер Лайкс и Варкауф. Также в память о Китти 0706 вышел Team Fabulous 2 Reanimated. А еще Сина выпускает Putis Engage. Шоуник выпускает видео с секретными посланиями в коде игр Valve. Делек выпускает демо Миса, а Яхамичи выпускает видео под названием How to Demo. Снова вернемся к ботам. Что же комьюнити придумало помимо войны с ними, или просто ухода в другие режимы? Ну, вышел Open Fortress и Team Fortress 2 Classic. А из-за утечки исходного кода TF-ки образца 17 года, мало того, что боты в казуале мешают, так еще и в игру заходить стало опасно. Ну и Creators TF, которые в этом году выпустили много обновлений. Например, крупный апдейт «Новое начало». Иногда просто добавляли карты и шапки отдельно. Неофициальный кроссовер с Half-Life намутили даже. Стоит отметить такие обновления, как классополезные события, возвращение к битве, свой собственный Scream Fortress, отдельный сервер с другими режимами и еще одно свое шмождество.
Какими крутыми не были бы приобретения, все их затмевают потери. Самые главные потери 2020 года в TF-комьюнити — это смерть Рика Мэя, актера озвучки солдата, и киберспортсмена Йомпса. Надеемся, где-то там на небесах они сейчас смотрят новые джимот-анимации от Kitty 0706. Что ж, мы уже почти у финиша. Scream Fortress снова мега хорош, а вот Шмождество не очень. Шапки сплошного посмешища, ни одной новой пушки, карты более-менее не очень. И насмешки. Ну, насмешки получились хорошими. А теперь к комьюнити. Typhoon TV выпускает Ностальгия Fortress, которая наверняка заставляет рыдать всех ветеранов игры. Возвращение Lady Pepperl на YouTube и появлением всех вариаций геймингов. До этого был лишь только инженер гейминг. ГБН внезапно анонсирует новый апдейт на Team Fortress 2 и при этом закрывает Open Fortress и TF2 Classic. Булжайс, видимо, неосознанно рассказывает о том, что моделька Колосса может сломать игру. Серьезно? Звучит так, как будто это могли сделать Behavior, а не многомиллионная корпорация. Неудивительно, что этот фейк опровергли. И в итоге Кокос стал неотъемлемой частью функционала и запуска игры, удаление которого вело к критическим нерешаемым ошибкам. Также анонсируется фанатский порт TF2 на движок Source 2. А боты до сих пор терроризируют казуал. И что же теперь делать, когда два фанатских проекта временно закрыты? Киберспортивная платформа Faceit, занимающаяся соревновательными матчами по CSGO и Dota, открывает свои собственные сервера в ТФке. Проводится уже ежегодный апрельский МВМ от Potato TF, мемы против машин. Creators TF выпускает свои собственные альтернативные режимы игры. Свой собственный МВМ открывает ванильные сервера и еще один Scream Fortress стал последним крупным апдейтом в этом проекте. А теперь снова к творчеству фанатов. Та же команда, которая сделала Reanimated TF Fabulous 2, сделала Reanimated Meet the Soldiers в память о Рике Мэе. Но и вентиля тоже не молчали и в честь этого поставили на всех картах статую солдата на месяц. Но лишь на одной карте, где как раз таки происходили события Meet the Soldier, статуя будет стоять всегда. Также The Sweet Jesus сыграл со своим другом и постоянно на него бычил своей токсичностью. В итоге Вама этого не выдержал и снял на него же заполучение. После этого Вама выбулили с Ютуба на время и начали скидывать ему всякие гадости в ЛС и прочую хрень. О, это еще не все. Помимо этого, почти точно такая же история была с каким-то... аниме-сексуалом? Который говорил, что 15 марта все сообщество падет и содрогнет. В итоге было что-то похожее с буллингом Фамы, а потом он такой: «Ты ж пошутил! Ха-ха-ха!» Это была не смешная шутка. А теперь о хорошем. Настает хайп! Friday Night Funkin', и все делали свои собственные моды в виде полноценной игры, по сути. И моды на TF2 тоже были не исключением. А в 2020 году вышла полноценная версия. Я ненавижу эту игру. The Vanguard спустя 6 лет выпускает продолжение истории про красного шпиона, солдата и скаута под названием The Red, Blue and Ugly. Джерми вернулся в TF2, а также 15.ivy получила обновление с голосами персонажей Team Fortress 2. Если коротко, то 15.ivy — это нейросеть, которая при помощи математических расчетов имитирует голос персонажей. Короче говоря, говорилка на ультрах. Еще одна реально хорошая новость. Появился фанатский порт TF2 на телефоны. Поначалу это было незаконно, но разработчики смогли договориться с Valve, но только при условии, что в игре не будет доната. И сейчас и по сей день в нее можно поиграть, если вы вобьете в Google поисковике Team Battles Fortress 2 Mobile. Внимание, если что, игру частенько переименовывают, так что если вы вдруг не найдете ее под таким названием, то скорее всего ее снова переименовали. Ну и последнее, о чем еще можно рассказать, так это об уходе из TF2 Karma Charger. Чувак, у тебя были довольно-таки неплохие фановые оружия и видео. Покойся с миром. Стоп, погоди, а как же фильм по Team Fortress в честь 25-летия игры? Тихо, Крапер, убери быстро это, пока они не увидели. Увидели, мне придется теперь об этом говорить.
В общем, никакой это не фильм по Team Fortress 2, который вы вдруг неожиданно внезапно пропустили. Это по большей части интервью с игроками первого Team Fortress. Не знаю, почему они решили назвать это фильмом, но... Твою налево, какого черта они решили назвать это фильмом? А вот и финал. 22-й год еще не закончился. Даже Scream Fortress и Шмождества не было. Да и сам этот текст написан в апреле. Поэтому расскажем, что успело произойти. В апреле было два события. Ежегодный Airplace на Reddit, где-то эферы и Titanfall-овцы объединились и нарисовали баннер с надписью Update TF2 и логотипами игр. А в самой TF-ке проходил ежегодный Memes vs. Machines. Сино выпустил продолжение Путис Engage, Medic Excalibur 2012 сделал We Don't Talk About Pyro, и оно выстрелило на 12 миллионов просмотров. Но потом Disney начал активно банить эту пародию. Также в этом году стартуют эти ваши NFT. И какой мудак додумался превратить в NFT карточку Kitty 0706? Valve выпускает Steam Deck, и TF-ка играется на нем просто прекрасно. Но этот курсор в меню все еще напрягает. В ETAPS завезли функцию создания своих юнитов, и Seven додумался сделать там классы из TF-ки. Сам Вес 1 в честь 100 подписчиков показал лицо, а ETO-мод спустя 6 лет выпускает продолжение TF2 Air. Роберт Эткин Даунс, актер озвучки Медика, намекнул, что он работает над чем-то, что связано с TF. Но, возможно, это была первоапрельская шутка. I'm also doing a Team Fortress, right? That's in a couple of months. We're working on it. Шарков заломали, но свой канал он уже вернул. Актеры озвучки шпиона, хэви медика, снайпера и администратора раздавали автографы для фанатов. Дважды. И провели стрим, где озвучивали комиксы. Какой-то чел нарисовал лицо шпиона в виде мемной статуи с острова Пасхи. Creators TF официально закрылся. 26 мая сообщество провело мирный протест под названием Save TF2, где игроки распространяли этот самый хэштег, чтобы Valve обратили внимание и наконец починили античит. В итоге Valve от лица TF2 аккаунта в Твиттере ответили сообществу, что они уже работают над этим. Но какие гарантии, что это не пустые слова, чтобы комьюнити успокоилось? Ненавижу, блять, пустые слова. Ну а другие создали шуточную противоположность протеста под названием Kill TF2, где игроки таким образом просили Valve официально закрыть игру. Но Valve услышали игроков и стали выпускать частые апдейты с фиксом багов, где как новые баги, так и баги, которым лет по 10. Покойся с миром, железный бомбардир. Фанаты выпустили игру, которая является слиянием TF2 и геймплея Hotline Miami под названием Midnight Mercenary. TF2 Classic и Open Fortress также вернулись, но придется закончить на плохой ноте. Максим Пинскер, актер озвучки Хэви в русской версии игры, скончался 24 августа. А пару дней ранее Google полностью заблокировал аккаунт Твики. Ну вот и все. Вы только что прослушали всю историю TF2 от начала и до конца. Но перед прощанием я позвал еще одного человека, который не попал в основной ролик, и я спросил его, что он думает насчет юбилея TF2. Сама эта игра так долго живет. Это, наверное, все-таки заслуга, наверное, по большей части самого Геба Ньюла, благодаря, в основном, торговой площадке, которая, как бы, она же, это TF, вообще, с TF вообще началась вся вот эта вот муть с шапками и вот этим прочим добром. И благодаря вот бета тесту торговли, как бы сказать, ей вообще TF должны быть благодарны, вот CSGO, Dota и все вот эти игры, это компании Valve. Если уж говорить о самой игре Team Fortress, то это уже вполне себе такая платина. Это платина, в которой до сих пор приятно играть, даже несмотря на то, что движок уже как бы морально и физически устарел. Хотя хочется как бы уже улучшенную версию, но даже несмотря на это, как бы игра удивительно, что даже работает. Она работает. It's just work. Конечно, обновления не хватает, прям
Это не хватает вот этих вот хотя бы таких микрообновлений, но с другой стороны, так думаешь тоже. Другие игры, они имеют эти обновления, но все хуже и хуже и хуже. И с другой стороны, как бы хорошо, что игра есть такая, какая она есть сейчас. Оно просто как вино. Эта игра как вино. Оно с каждым годом все крепчает. И с каждым разом все вкуснее. Ты больше понимаешь, что это на фоне других игр, насколько это вино приятно пить. И в игре очень большая поляна для экспериментов. И фиг его знает, и каждый раз кто-нибудь найдет что-то новое. Вот вроде уже все откопали, вот все уже вытащили. Нет, еще что-нибудь найдут. Ты всегда воспринимаешь так, что это что-то новое. Вот прям что так и надо. То есть это нормально, что у Хэвика в сердце бутерброд застрял. Это нормально, что у него там стрела в башке. Это нормально, что шпион тебя убивает револьвером. Хотя написано, что типа он тебя кольнул ножом. Это нормально. Так и надо. И это прекрасно. Ну, я проиграл не так много. Ни с каким-нибудь ветераном ТФ вообще не сравнится. Я до сих пор поражаюсь людям, которые вот... Я сколько помню эту встречу, когда я просто помню, что там Демоман проскакал, по сути, через всю карту. Это там на это... Ну, как это, по карте липучек. И как, короче, он запрыгнул на балкон и просто нас всех это взорвал. Даже не давая нам возможности вырваться. Я поначалу подумал, то ли че так, что ли, то ли че. А потом начал смотреть... И это, а у него там 15 тысяч часов. Я такой, ну тогда понятно. С обновлениями это даже игра была бы еще, может, лучше, но с другой стороны, игра сейчас имеет статус стабильности. То есть она имеет такой статус стабильности. Насчет того, что типа говорят, что вот эти вот мифы про то, что она умрет или нет. Не, она не умрет. Пока жива торговля, эта игра будет жить вечно. Ну, еще спасибо, типа, что людям, которые вообще сервера вообще держат, без них, мне кажется, вообще бы ничего бы это... Вообще, ну, вся сейчас, все лежат на плечах комьюнити. И пока у комьюнити есть хоть что-нибудь, за что они могут цепляться, мне кажется, тоже. Это тоже такой, тоже такая опора стула, на котором стоит ТФ. Я не знаю немецкий. Короче, с днем рождения, МТФ. Я люблю медика, я буду играть за медика. Я буду лечить и спасать. С днем рождения, ТФ. Что же я могу сказать? Спасибо всем ютуберам, которые согласились на это. Спасибо людям, которые помогали с текстом. Спасибо Веркауфу, Флюпи, Джастмеду и Сергию за их куски монтажа. И спасибо Valve за детство. ТФ2 сейчас переживает не лучшие годы, но мы держимся уже 5 лет и будем держаться дальше. Это сообщество рано или поздно дождется Heavy Update. В конце концов, мы пережили Overwatch. Еще раз с днем рождения, Team Fortress 2! You run fast, I run faster. You are money, I am money. This tilt is mine.
my stealth is good. This point is my spoil, not good. You are failure, bit the jobbers cannot burn me. Fire, fire, this is honor. Will you get that? You are nothing but a bigot. They will kill you, they will beat you. You are weak, you are leader. You are, you run, I run, you are, I am. This kill, this death, this point, you are, bit the cannot fire. You are weak, you are leader. You are bigot, you are traitor. You run fast, I run faster. You are running, I am running. My step is your this point is my point up your you are failure pit the shower cannot burn me. Fire, fire, this is hot. Will you get that? You are nothing but the bigot. They will kill you, they will beat you. You are weak, you are leader, you are bigot, you are traitor. You run fast, I run faster. You are running, I am running. Earth cannot burn me. Fire, fire, sir, yes sir, I am a soldier. Yes sir, yes sir, I am a soldier. Yes sir, yes sir, I am a soldier. What just happened? Dominic! I'm idiot! Dominic! Check your wife! Dominic! Big belly girl! Dominic! 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 Eat it, lad! Dominic! Bloody block it! Dominic! 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 Are you dandy? Dominic! Hey, for the land! Dominic! I'm looking for it! Dominic! Mahu keep here! Dominic! Gonna strangle! Dominic! Bloody hell! You are weak, you are leader, you are bigot, you are traitor. You run fast, I run faster. You are running, I am running. Earth is killed, is mine, step is yours. This point is mine, point out yours. You are failure, pit the shower, cannot burn me. Fire, fire, this is honor, will you get that? You are nothing but the bigot. They will kill you, they will beat you. You are weak, you are leader, you are bigot, you are traitor. You run fast, I run faster. You are running, I am running. Earth cannot burn me. Fire, fire, booyah! Ah, no! Yes, you're like the Cyclops of Greek myth, except you are Scottish, and I love you! I love you, man. You are good, son, real good. Maybe even the best. Oh, is that just a one-eyed bloody monster? You can't tell me, there we go. Come here, cupcake. You disgust me. Spy! What did they expect? This. Six,
Ты посмотрел целые титры? Молодец, конечно, но зачем, если мы просто их поскипать? Ладно, ты думаешь, наверное, что для тебя что-то интересное здесь? Ну, да, ща покажу. Так. А, вот же. Ну а дальше, дальше щи, а щи только гущи. Я вам, блядь, сука, не ебаный Ютуб, блядь, и не Википедия, блядь. Су, блядь, на лицо всем тем, кто... Эй, блядь, ты не упомянул вот этого хуя, у которого два видоса на одном канале за всю карьеру. Истоки ТФ-ки нахуй. У тебя поверхностное знание. У меня хуй, блядь, на твоем лице поверхностное. Ну, сука, блядь, эти уёбки ожидают серьезного, глубинного, непредвзятого отношения и разбора однодневной мемной поебени белорусских ютуберов по ТФ-ке, блядь. Never gonna give you up, never gonna let you down. Все, ты зарекролен, все. Red Sun over paradise. Rays of the glorious sunshine, setting down just a blurry light. Now the animals slowly retreat to the shadows, out of sight. Every breeze to a cold in the mountains, hearing fly to the birds of prey. Now the distant machines to transform even, day by day. All we love is with us now, something warm and pure. Find peace within ourselves, no need for a cure. When the wind is slow and the fire's hot, the vulture waits to see what was. Oh, how pretty, oh, the scenery, this is nature's sacrifice. Now the animals pull with a brisk attack, the reptile tail ripped from its back. When the sun sets, we will not forget the red sun over paradise. Вы завозили в гараж одну из бомб. Ой, одну из бомб, блядь, говорю. Короче. Пай. Шиш. Под эту точку ТФ открыли свои сервера с кастным МВМ под названием Titanium Falls. Почему Falls? Это ведь не Титаник. Спасибо людям, которые помогали. Только оружие на инженера. Карты и комикс. Блять. Exploding Pirate. Пилот. Новый режим дайпас и тот самый компетитив. Игрокам попросту не нужен был современный режим, согласен. Memory's broken, the true gold isn't spoken, I've even forgotten my name. I don't know the season or what is the reason I'm standing here holding my blade. A desolate place without any trace, it's only the condom that feel. It's me that aspires to stand up and fight. The only thing I know for real, there will be blood. Shit. The man in the mirror, Nazis have the only one. Red. Ride upon the dragon's back, because the mountains don't give back what they take. Oh no, there will be blood, shit, this is the only thing I've ever known. Появляется писмейкер, миксуя свой контент помимо ТФ-ки с Paydayм 2. Блять, так нахуя 2 говорить? А что ж несу? Шэра. Спасибо всем ютуберам, которые согласились на это. Спасибо Но тут стоит остановиться, и за трое... Пошёл нахуй. Но тут стоит... Блять. Да блять. Но тут стоит остановиться и застро. Пошел нахуй. Фу, блять. Exploding Pilot. Ой, блять, Pilot. Losing my identity, wondering have I got insane. Rise up, you get front of me. I must climb this mountain range. I never realizing why I fought. Ну и последний, кто пришел, это TF2 Films и GTM... Ой, TF2 Films, блядь. Но тут стоит остановиться и затронуть...
Блять, что со мной нахуй, ебать его в рот. Ну и последний, кто пришел, это Fortress Films и GT Music, выпускающие свои TF2 рэп. Да спеть свои, ёб твою налево, я читать что ли могу? Но тут стоит остановиться и затронуть гаечный ключ. Головкой, блять. Блять, ну как это читать, ёбаный ты рот. Передаю привет, ой, привет. Спасибо тебе, который помогли. И у игроков, блять, ёб, блять. Блять! Вик мать. Вик моч. Я не знаю, я не. А я чё, бог, я ебу, что ли? Спасибо всем ютуберам, которые сука. Он был добавлен 1 июля, и у игроков. Блять, ёбаный, блять, нахуй его в жопу, блять! Пися мейкер. Спасись, кто мне пишет? После выхода ин. После, блять! Коста мой нен. Ты я потом сейчас. Всего таких ключей было скрафчено всего, блять. Ебаная, сука, блять, нахуй. Язык, блять. Кто его придумал, нахуй? Костамойнен. Блять, Костамойнен. Хуй знает. Всего таких ключей было скрафчено 100 штук. Блять, слишком долго. И ебаный стул его, нахуй. Который сразу дебютировал своим SFM про пенсис. Играя, блять, чебупелей нахуй. Обозреватель модов и вещей с воркшопа Karma Change. Блять, как меня бесят английские названия. У нас 100 штук, но 15 ключей пожертвовали на аукцион Child's Play. Который работает с детскими больницами. Блять, пошел нахуй. Ёбаный, блять, я, кажется, сейчас наговорю где-нибудь на часа 3 нахуй. Блять, в 3 раза больше, чем потом пойдет нахуй туда, в жопу. Блять, ты мне специально, сука, подставил такую часть, где много английских названий. Минус 4 ключа, которые что? Которые что, блять? Я не скопировал? Ёбаный в рот, блять. Минус еще один, так как. Да ёбаный, сука, чё за математика, нахуй? Минус еще один, так как владелец аккаунта словил бакбан. Минус... Да что за математика, нахуй? Блять, алгебра, нахуй. Минус еще один, так как владелец пожертвовал его на помощь по... А, нихуя. И плюс еще один ключ... Блять, пошел нахуй, ебаный алфавит. Босс, я тут проанализировал... Блять... Сейчас заново. 13 июня Valve выпускают еще одно обновление. Я надеюсь, ты можешь обрывать аудиозаписи, да? 13 июня Valve... Блять, я говорю так, как будто я няша-стеняша. Сука. Босс, я проанализировал некоторые... Я нихуя не проанализировал. Босс, я тут проанализировал... Я как-то странно произношу букву С, ну что это такое, блядь? Босс, я тут проанализировал некоторые данные и... И что, блядь? Босс, я тут... Блядь, что я сейчас сказал? Босс, я тут проанализировал некоторые данные и... Блядь, ты чё на меня направил топор, сука? Я тебя убью сам, нахуй, пидорасина. Вдоль кавказских гор высоких, вдоль морей югов далеких, оставляя за собой клубом дым, мчится в опен, ебанутый армянин. Примечание. На коляске. Он, сопротивляясь тряске, уже стер свои колеса. Глядь, настроен прям серьезно. Белым текстом альт написан, и закон ему не писан. Рассекая Карабах, мчится он на всех парах. Я злой меценат, злодей психопат, и в жизни лишь свинозаводу рад. А маги морой привозят домой. Север Туфорта самый крутой, я просто Фортун. Представлюсь вам, я просто Фортун. Я влезаю в экран, я просто Фортун. Представлюсь вам, я просто Фортун. Дебил и мудлан, ха-ха! Шиш. И снято! Босс, я тут проанализировал некоторые данные, и мне кажется, время пришло. Отлично! А ну все сюда! Пришло наше время! Блистать!